Первый по-настоящему осенний день с промозглым ветром и дождем острее других ощутили сегодня пассажиры, ожидающие автобус на остановке у киноцентра. На прошлой неделе они в буквальном смысле остались без крыши над головой. Собственник демонтировал комплекс. Мэрия за бюджетный счет установила новый, но укрыться от непогоды под ним не получается. Худшие опасения новгородцев не сбылись. Место, откуда на прошлой неделе пропал остановочный комплекс, пустовало недолго. Прежний павильон с рекламными панелями был коммерческим, и его демонтировал сам хозяин. Теперь озаботиться комфортом пассажиров в ожидании транспорта пришлось за бюджетный счет. Некая конструкция действительно появилась. Так совпало, что буквально сразу с появлением новой остановки проверить ее прямое предназначение помогла ухудшившаяся погода. Старая лучше была, она была больше. Здесь там уже сзади продувает и мокрый сейчас. Я очень недовольна, вон, видите сами. От дождя нет укрытия ни от чего, никакого. Было лучше, потому что было закрыто все кругом. А сейчас же дует одна скамеечка, неудобно, мокрая. А тогда было сухо. В связи с оступлением осени в свою финальную стадию, новгородцам, которые активно пользуются общественным транспортом, остается только надеяться, что существующий навес – это запланированный недострой. И в скором времени он превратится в полноценный комплекс с крышей, стенами и вместительной скамейкой, где можно спрятаться от дождя или от снега.